жимолость съедобная павловская, кустарник среднего роста с толстыми прямостоящими стеблями. Сорт выведен на основе отборных форм жимолости камчатской, характеризуется высокой устойчивостью к морозам и обильными урожаями. Ягоды сине-фиолетовые с сизоватым налетом, удлиненно-эллиптической формы, слегка заострены к верхушке. Мякоть волокнистая, кисло-сладкая на вкус. Плоды пригодны для употребления в свежем и переработанном виде. Растения с перекрестным опылением, поэтому в саду желательно высаживать не менее 2-3 разносортных экземпляров. Для жимолости съедобной павловской оптимальными опылителями специалисты считают сорта «Синяя птица», «Васюганская томичка» и «Голубое веретено». На нашем сайте спелов.ру вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.